Привет-привет, с вами Евгений Стукалов, и это футбольный клуб Оренбург, и здесь мы проводим наши онлайн-тренировки на официальном канале в Инстаграм. Заходите, подписывайтесь, принимайте с нами участие. Эри, у меня на сборах такого расписания не было, как дома. У меня все в блокноте. Почему наши тренировки, возможно, будут несколько интереснее для многих? Во-первых, потому что наши тренировки подходят большинству наших зрителей, наших участников, потому как мы подбираем наиболее простые упражнения, но при этом наиболее эффективные. По ходу тренировочного процесса каждый из участников может оптимизировать свою нагрузку индивидуально, и для этого предусмотрены определенные технологии. Поднимаю ногу, я делаю выдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Фишкой является то, что мы не используем практически никаких дополнительных средств и приспособлений, а все то, что используется у нас в тренировочном процессе, вы можете найти у себя в квартире, у себя в доме. Коротко о сегодняшней тренировке. Сегодня с нами принимает участие Урош Радакович, наш центральный защитник, наша машина. Я рад, что ты с нами. Спасибо тебе большое. Весь процесс у нас проходит именно на кухне. Почему на кухне? Потому что, наверное, многие сейчас проводят в похожих местах. Так мы становимся ближе друг к другу, и тем самым более правдоподобно проходят наши занятия. Левая нога впереди, правая согнута, но не касается пола. И вращаемся. Да, 10 вправо, 10 лево, поменяли ногу, и сделали 10 вправо, 10 лево, другая. Присоединяйтесь к нам, будьте ближе, будьте частью нашей семьи, футбольного клуба Оренбург. На связи!